Ребята, всем привет! Всем огромнейший привет! Сегодня я снимаю уже вечером. Я уже приехала с работы, Дима тоже приехал, все хорошо, все замечательно. И сегодня пришла нам одна посылка, о которой я мечтала и очень хотела. Это новая камера. Эту камеру мы уже очень давно хотели. И все-таки решили мы ее заказать. Как вы знаете, Дима меня поддерживает во всех моих начинаниях. Это мое просто хобби. Ну вот, просто решила я этим заняться, снимать видео. Вот, и как бы даже без этого мы хотели эту камеру заказать. Что это за камера? Это GoPro. Восьмерка. Видите, это была в такой коробочке. Я не стала открывать при вас, потому что было очень тяжело. Она так запакована была очень сильно. Вот, я ее заранее открыла, и чтобы вынуть. И камера находится вот в такой сумочке. Видите, такая сумочка. Очень такая симпатичная, черненькая, очень миниатюрная. Все находится здесь, самое ценное. Что вы, наверное, прекрасно знаете, что это за камера. Это очень удобная камера, которая у нее очень хорошее изображение, очень хорошее качество. Мы этой камерой пользовались в Мексике, когда ездили отдыхать. Это у нас был как ханимун, медовый месяц после того, как Дима мне сделал предложение. Вот, и мы ездили в Мексику и взяли на прокат данную камеру, то есть там можно было брать данную камеру на прокат. Чем хороша эта камера? Эта камера, ну, качество просто отличнейшее. И у меня Дима занимается дайвингом и под водой плавает. Я тоже, кстати, плаваю с аквалангом, но у Димы есть сертификаты, и он на большие, очень глубоко погружается. Я еще только до 15 метров. Но суть не в этом. Суть в том, что с этой камеры можно погружаться на огромные глубины. И Дима снимал с этой камерой под водой. То есть на данный момент от той защитной как бы чехла, который должен для этой камеры, у нас пока нет. Мы его, то есть у нас в процессе заказа, то есть мы закажем ее. Что это за камера? Я вам сейчас ее покажу. Вот эта камера. Вот такая камера. Кстати, вот как она все здесь выглядит. Вот она здесь лежит. Здесь камера, здесь для нее всякие штучки, а здесь палочка. Которая вот эта камера, вот она вот такая вот, она небольшая, маленькое качество, просто вы даже не представляете, как отличается качество. Но пока я буду снимать на свой телефон, пока я не научусь этой камеру пользоваться. Что мы еще что хочу показать вам? Эта камера, к этой камере предусмотрена вот такая палочка. Покажу. Ну, знаете, как для селфи. Вот такая палочка. И чтобы она там, если камера упала, вот она держится так вот, закрепляется и держится на ручке. Также прикрепляется вот такая вот фигня. Она вот сюда вот вставляется. Вот таким образом. Зажму и ставлю. Вот так вот. Раз. Вставляется. Вот так зажимается, и все, видите, она никуда. И к этой камере также камера крепится на вот сюда она крепится. Вот так вот. И чтобы она действительно никуда не делась, а здесь такой как бы винт есть. Где этот винт? Вот такой винт, и он это вот эту камеру прикручивает. Сюда вот сейчас
ощупью. Все достаточно качественно и крепко сделано. Ага, вот. Вот таким образом. Вот, видите? И она никуда не денется. То есть, когда она на руке так вот приделана. То есть, она здесь вот так вот сделается. Вот так вот раз, чтобы закрепить камеру, то есть если она у вас там бежите, ездите, она у вас упала, то есть камера, она вот видите, она никуда не девается, вот такая камера. Также есть еще такое же приспособление, как вот на этой палочке, оно крепится, допустим, на шлем, и так одевается, также крепится эта камера, то есть вы едете и можете снимать. К этой камере прилагаются две батарейки. Вот они вот такого размера, вот такие. Вот. И сейчас я вам ее включу. Вот видите, как бы вот такая камера. И к этой камере, если вы можете посмотреть в интернете, здесь разные программы, функции, и под водой. И если просто не очень этот, глубоко, то есть не на глубину, она водонепроницаемая. То есть когда мы не погружались под воду, а просто там плескались, там чуть-чуть под водой снимали, мы не одевали даже защитный этот, чехол для нее. Но суть в том, что я не люблю снимать, когда я не вижу, что я снимаю. То есть, когда вот так вот, то есть, вот себя, да, допустим, если я вот так буду снимать, вот, ну, вот, я не вижу, что я снимаю. Почему я на телефон снимаю? Потому что, когда я снимаю, я вижу себя. Вот, и у меня какой-то дискомфорт. И мы решили, вот к этой чехлу продается еще один экран. То есть, когда я буду вот так вот себя снимать, здесь будет экран, и я буду видеть, то есть, что я снимаю. То есть, когда я, допустим, вот так вот себя снимаю, как селфи, да, то есть, я вижу, что я снимаю. И еще дополнительно придается такая лампочка как бы сюда. То есть, мы решили все-таки заказать полный комплект к этому GoPro. Вы знаете, снимки, которые я приложу, снимки, которые мы снимали с GoPro, мне еще найти, кстати, надо, вот, они просто шикарные. Под водой просто шикарные. Если так вот снимаешь, такое качество, все яркое, все замечательное. В общем, мы разорились. Ну как разорились, да. Она стоит $399. Это камера. Но я думаю, мы не пожалеем. Мы очень хотели вот эту камеру. И все-таки мы ее заказали. Мы были в полном восторге тогда, когда мы ее брали, и вот решили заказать. Так что теперь у меня камера, я буду теперь, главное не уронить, тренироваться с этой камерой снимать. Вот, то есть вот, а теперь у нас GoPro Hero 8 Black. Вот, вот такая вот. Я вам рекомендую, если у кого есть желание, ну, снимать под водой или делать качественное видео, вот такие, мы не стали брать какой-то там фотоаппарат, но вот такие разные. Мы уже решили взять там хорошую, потому что Дима планирует еще как-нибудь все-таки съездить, понырять когда-нибудь, когда это все закончится, вся эта пандемия. И вот будем снимать. Так что вот такая у нас покупочка.
Я очень довольна этой покупочкой. Буду теперь это осваивать и буду вам рассказывать, как я все-таки осваиваю эту новую камеру. Так что на сегодня буду с вами прощаться. Всем спасибо, кто подписывается на мой канал, ставит пальчики кверху, нажимает на колокольчик. И до завтра. Всем пока-пока.